Ну, это в продолжение сирийской темы. Актриса Анджелина Джоли, посол доброй воли, ООН пришла в ужас от ситуации в лагере сирийских беженцев Азрак на границе Иордании и Сирии. Голливудская звезда посетила лагерь, а затем призвала международное сообщество положить конец затянувшемуся военному конфликту в Сирии и увеличить поддержку беженцев. По ее словам, никогда еще разрыв между ответственностью и действиями не был настолько ощутимым. Кинозвезда обратила внимание на нехватку средств ООН для поддержки беженцев. Насилие не утихает, а совбез никак не придет к единому решению. В вопросе регулирования ситуации в стране негодует Джоли. По ее мнению, скорейшее прекращение войны в Сирии должно стать центральным вопросом на предстоящей Генассамблее ООН. When did you come?